Уважаемые друзья, всем здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за то, что вы подписались на мой канал. Делайте мне знаки внимания. И для тех, кто первый раз меня видит, я представлюсь. Меня зовут Икрамова Оля. И я делюсь на своем канале теми открытиями, которые я сделала в контакте с компанией YES Global. В линейке всего 6 продуктов, но они настолько невероятные, что говорить, допустим, о разных ингредиентах можно бесконечно. Их достаточно много. И сегодня я хочу рассказать вам историю, касающийся одного продукта компании, и этот продукт настолько востребован, что он сразу заканчивается, как только приходит на склад, и личку постоянно заваливают, когда же он появится, когда, и также и в чате заказов эти вопросы повторяются постоянно. И по секрету вам скажу, у меня есть команда в одном городе, которая на каждого человека заказывает минимум 5-6. Это Sunset. И сегодня моя история будет о производстве самого главного ингредиента, получаемого из шафрана. В 2009 году весь мир облетела просто невероятная новость. Сам президент Афганистана Хамид Карзай вручил высшую государственную награду крестьянину, у которого было 0,5 гектара земли за возделывание шафрана. Что тут особенного, скажете вы? Он не только научился сам возделывать эту культуру, но он обучил этому ремеслу более 600 землевладельцев в провинции Герат и близлежащих провинциях. Но что тут особенного, опять скажете вы? Дело в том, что это очень трудозатратное ремесло. Чтобы собрать только пыльцу с крокуса, необходимо для получения килограмма готовой пыльцы 400 человеко-часов. А почему президент Афганистана так высоко оценил работу этих земледельцев? Потому что он одним махом решал серьезную государственную проблему. Это отказ от выращивания опиумного мака и напряжение из-за наркотрафика во всем мире в отношении Афганистана, тех санкций, которые ему предъявляли. Почему сами крестьяне отказались выращивать опиумный мак? Да потому что буквально за один год цена на рынке шафрана выросла с $500 за килограмм до более чем 3000. А почему цена так выросла резко на шафран? А потому что за год до этого прошли огромные масштабные исследования в отношении получаемой пользы от производных шафрана. И появились технологии извлечения активных веществ, таких как афрон. Безусловно, мои рекомендации вам обязательно заказать и попробовать на себе вот этот эффект. Эффект релакса, эффект глубокого расслабления, проваливания в сон. Тот эффект, за который Sunset полюбила множество пользователей, тысячи людей. И знаете, это очень мощное вложение в ваше будущее, потому что здесь идет защита нашего когнитивного здоровья, защита от старческих дегенеративных заболеваний мозга, таких как слабоумие, болезнь Альцгеймера, деменция и так далее. Знаете, из себя это представляет вот такую вот таблеточку, вам сейчас покажу. Таблеточку всего 1 грамм, которую еще ее можно разделить. Ой, какой запах, который можно разделить. Лично мы с мужем отрезаем по 1/3 и просто рассасываем. Всем хорошего здоровья. Читайте информацию.